музикальної школи номер 7, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, солістка Дніпропетровської філармонії Ольга Вороніна. Добрий вечір. Добрий вечір, уважаемые педагоги, уважаемые гости. Откровенно говоря, я сейчас себя чувствую, выступая на этой сцене, как будто бы я на академическом концерте, на экзамене, потому что я выступаю перед вами, перед людьми, которые дали мне дорогу в жизни. В 7 лет я попросила свою подружку, которая жила, что примечательно, на 7 этаже, отвезти меня в музыкальную школу. И я думаю, что именно музыкальная школа с магическим номером 7 стала тем заветным числом из 3 семерок, которое позволит мне выиграть самый главный приз в моей жизни – это музыку. И предопределила всю мою дальнейшую судьбу не только как музыканта, но и как просто человека. Сегодня я хочу исполнить для вас песню из моей программы, которая посвящена творчеству Уитни Хьюстон. Пользуясь случаем, приглашаю вас на свой сольный концерт, который будет в мае в Днепропетровской филармонии. Приходите с вашими друзьями, близкими, с вашими учениками. Я и моя команда будем вас очень ждать. Take the